Приветствую, стаканали Asmodee Play. Мы играем в метель. Так, начать игру. Первых два мы прошли, кстати. Вот Эмили, второй эпизод. Там, оказывается, можно спасти Алана. Да. Там две концовки в каждой. Ну вот у Юджина не знаю, как будет, но вот Алан и Эмили есть две концовки. Где Алан один сбегает, где Алан сбегает, забирая Эмили, и Эмили также сбегает, когда забирает Алана. Вот две концовки есть. Это происходит, как я понимаю, это все, вот, что ты проходишь за Алана, что за Эмили, все происходит в одно время. В одно время, да. А сейчас мы будем играть за Юджина, потому что за Адель еще не вышло, не сделалось. На данный момент еще эта игра. Ссылка в описании ниже. Это вот как раз вы все эти три сможете взять и пройти дома. Ну что ж, давайте начинаем. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Ну что ж, жуткое место. Так, сегодня я играю под пивом, так что нормально. Игра похожа на игру, как на телефоне. Побег из камеры есть такие. Так, закрыто на ключ. Так. Здесь скажу сразу, здесь 2-3 эпизода, я знаю точно, которые это сделать надо, потому что именно случайно я нашел эту игру. О. Случайно нашел эту игру здесь. И решил в нее сыграть. Вот. Игру не просматривал, поэтому проходим вместе с вами сразу. Давайте так. Где дверь-то? Так, так. Нам рассказывали, что тут есть капканы. На каждой локации по 2-3 капкана. Ладно. Так. К собаке не подходим близко, потому что она лает. Я так понимаю, потому что я слышал. В предыдущих играх лай собаки, может быть, я вместе с ними, с теми двумя, кто бедолагами. Зараза. Беги. Сделаю вид, что ничего не произошло. Все, стоим, ждем. Блин, этот падла такой запоминательный, прям пипец. Знает, где, что, когда закрыта тумбочка или не закрыта тумбочка. Сейчас еще выйдет. Чего он меня держит, этот маньячелло? Бог помни, сразу видно, какой-то америкашка. Наши бы так не стали бы держать. Наши бы в поле бы погнали под ружьем. Под ружьем. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Например. Ну, вроде все на месте. Так. Время у меня все-таки было смотаться. Давай. Кстати, если вы сейчас выйдете, и он не уйдет, а вы выйдете, он вас сразу поймает. Этот маньячелло. Так. Здесь ручка. Ключик. Так. Все, теперь только главное не шуметь.
Так, ключ. Ага. Кстати, пока свет вы не включите, ее там делать ничего не будет, отказываться что-либо делать. Да. Давайте посмотрим, есть такое приколюха. Подождите. Давайте посмотрим. Вот, блин, этот капкан вонючий. Итак, смотрим код. Так, вот я говорю же, я всего два момента увидел, почему я эту игру и нашел случайным образом. 8-2-4. Так. Так. 8-2-4. Открыть. Что-то взял. Ножичек какой-то маленький. А тут ничего нет такого. В бочке точно ничего. Так. Проволока нет. Проволоку он не режет. Так, что у нас здесь имеется? А, вот. Ножичком режем. Изоленту берем по скорлупце. И вот этот момент я точно знаю, который есть. Берем метлу. Берем метлу. А. И вот сейчас убираем метлой. Да тихо ты. Блин. Метлу поставили. Дверь закрыли. Закрой. Вот сейчас он спалит, наверное. Этой метлой надо было убрать эти осколки. Не знаю, почему он не стал убирать. Может, я не туда навел, но как-то так. Посмотрим. Сейчас падла все просекет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что не так? Думаешь, я не замечу осколки бутылок? Падла. Вот смотрите, сейчас он меня наковыляет, если не убьет, конечно. Да! На. Но если бы он меня поймал вне клетки, он бы убил бы меня сразу. Игра была бы завершена. Так. Ну а здесь-то я сейчас оклемался хоть. Ну и ладно. Так. Вот этой метлой надо убрать было осколки. Они, падли, не убирались. Так, что я взял? Ключ. Ключ от чего на этот раз? А, ключ вот от этого может быть. Подождите, вот. Закрыто на ключ. Ну. Не то. Блин, не то. А что еще на ключ здесь закрыто может быть? Так, ладно. Вот знак вопросика. Так, ладно. Знак вопросика. Старая дверь. Так, свет пока выключим. Ага. Так, это не то. Ой, а там что-то есть, что ли? Что-то в печке бывает? Ключ. Так. Не понимаю. Куда мне этот ключ нужно деть? Давайте смотрим. У меня же еще вот что есть.
Какого черта ты лаешь? Блин. Ну давай, что ты делай что-нибудь. Он как-то разжимать должен. Давай. А ну заткнись. Ага. Блин, попал. Он как-то разжимать должен. Давай заново. Нажмите, нажал. Так. Ага, не здесь, под этой. А нет, смотри-ка, в тумбочке. Тумбочки поменялось. Так, понятненько. Блин, обратно в камеру. Да я уже возвращаюсь. Сделаю вид, что ничего не произошло. Давай. Вот ключ. Ключ, наверное, вот от этой штуки. От шкафчика с бирочкой даже. Как и полагается. А ну заткнись. Давай. Как ты должен из капкана выбираться? Только как? Что? Что-то здесь не так. Я там ничего не успел еще накосячить, так что не надо. Вроде все на месте. Вот. Немного в техническом плане она, конечно, не продумана, но... Так, что, у меня ключ. Хрен знает от чего. Так. Заперто на ключ. Вот у меня ключ. Хрен там, ключ да не тот. Так. Тут что-нибудь есть? Нету. Нету ничего. Так. Так. Чуток закрыт. Да блин. Только не говори, что ты. А чего ключ-то у меня тогда? Так, не понял. Во! Это помните, в первой части вон там. Дверь открываешь, раковину отодвигаешь, на лифте спускаешься. Так что вот, это все связано в одну игру, все три эпизода. Ключ, а чего ключ-то у меня? Вот если только от этой двери, по идее, должен быть. Заперто на ключ. Ну вот ключ у меня есть. Блин. Что еще можно открыть ключом? Здесь код. Топор. Так. Неизвестно. Ключок, что можно открыть? Ключок.
Так. Может, что-то я не добрал? Нет. Все вроде перевернул. Щиток закрыт. Так. Собаки, вот я уверен, что ключ от чего-то должен быть от этого или от этого. Ты чё рычишься? Ты даже лаять не хочешь. То что, игра не дай бог глюкнула, что ли? Там еще ключ. Блин. Так, метла-то не нужна. Блин, блинский. Это 8-3-2, предположим. Ага. Хрен там. Не понял. Давай. Блин, так он ни хрена себе ходит, блин, как этот. Вот что мне теперь делать? Как мне быть? Вроде пока следов-то не оставил. Ну так мало ли. Давай, давай. Погоди-ка, что-то здесь не так. Ну что, что не так, что не так? Ну? Давай. Так. Что-то я не пойму. Подожди, так если я... А вот что я должен был взять. Я должен был взять нож. Блин, вот ни хрена себе. Закрывай дверь. Закрывай. Нож я должен был взять. Теперь ждем, когда он насладится там. Господи. Я как понимаю, тут еще можно и этого спасти. Еще какого-то тела. Получается, в каждой игре мы можем спасти еще кого-то. Не только самому спастись, а еще спасти кого-то одного из них. Блин, сам еще накосячил там. Так, а я что взял? Ручка, ключ? От чего? Что у нас здесь имеется? Ручка, ключ.
А, подожди. Вот такая штука может быть. Нет, ни хрена. Непонятно. От чего ручка ключ? Так, он, наверное, он от ящика, там это было как этот. А как в электричке. О! Все, закрываем. Давайте смотрим, что здесь есть. Так, тут ничего нету. Ничего нету. Тут. Отличное место, чтобы спрятаться. Почти. Так. Стул взяли. Доску эту, палку, швабру или что это. Не берет. Так, тут где Хитман вещи прячет, тоже нет. Подождите, как хлебну. Что еще у нас здесь есть? Так, тут точно ничего нету? Давай. Так. На чердаке нету лампочки. А где я лампочку возьму? Где-то надо лампочку достать, да? Так он здесь не действует. Не берет, не хапает ничего. Если даже найдет что-то. Ой. Вот тебе и капкан. Подожди. Нет, 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 нет. Точно, точно здесь где-то она ставит. Фу. Эй. Нет, подожди, ладно. Так. У меня есть лампочка. О. Подожди, давай, давай. Взял лампочку. Стул забираем. Все надо по своим местам расставлять, ребята, обратно. А иначе нас палят. Давай, ставь стул. Пойдем с лампочкой, только аккуратней. Блин, тут приседать надо. А где этот? А, вон она. Подожди. Блин, ни хрена, там присядку надо. Так. Да подожди ты мне. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что тут есть? Кроме капкана-то есть что-нибудь хорошее для меня? Я же хороший. Давайте для меня. Так, что в вазе? Хрупкая ваза, надо чем-то разбить. А чем тебя разбить, если у меня ничего нету? Он вилами. Закрыто чем? А чем тебя открыть? Нет? Нет. Так, не встает. Блин, блинский, что делать-то? Гни ты, блин, эту вазу.
мотор лифта. Это корешу по это если с корешем решишь мотать. Так. Непонятно, что здесь, короче, делать надо. Блин, один капкан. Коробка не открывается. Что-то где-то что-то должно быть. Только где? И что? Все-таки на не на чердаке что-то все равно найти. Только где что искать? А, подождите, вот, блин, ни хрена себе. Не заметил. Как же меня бесит этот мальчик, ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет, вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы тот недоносок не нашел их. Хорошо. Спрятать кассеты повыше. А где-то... Ну-ка. Так. Повыше. Где повыше-то? Вот здесь, если только. Нет, вроде нету кассет. Ой, да и ладно пока. Я ключ нашел. И я знаю, где этот ключ мне пригодится. Так, подожди. Свет на чердаке пока выключим. Здесь пока тоже. Выключим, ой, выключим, закроем. Так, давайте открывать. Открываем. Так. Берем ключ. Берем метлу. Так, что за... Так. Колбаса. Колбаса. Куда, куда, куда? Вот сюда. Блин. Какой-то долгий путь у меня получается. Ноль двадцать шесть. Так. Ноль двадцать шесть. Идем. Ржавая у нас. Блин, опять эти плоскогубцы грёбаные. Так, выходим, закрываем, выключаем свет, уходим и за собой дверочку закрываем. Все, сидим, ждем. Давай, давай. Что ты сможешь найти, а? Ты даже не туда пошел. Что-то здесь не так. Блин, швабру забыл поставить. Кто закрыл шкафчик? А, шкафчик закрыл. Ладно. Я думал, швабру нашел. Ну, блин, вот видите, накосячил.
Надо все ставить обратно так, как было. Не убил, нет? Ладно. Есть, есть еще один шанс, небольшой. Маленький. Маленький шансик есть. Давайте смотрим. Подождите, а нахрена, если здесь нет, нету ничего? Так, закрытая дверь. Так. Нету ничего, так. Куда мне здесь? Так. Куда, куда? А, вот что. Место темное, неизведанное. Не понимаю. Закрыл шкафчик. Ну-ка, что тут? Нет. Нога! А, нога! Подождите. Давай, закрыл, все. Ждем. Блин, гребаный капкан. Давай, 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 давай. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, у всех трех этих жертв, они все находятся в одном месте. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Да как же. Так, отмычка еще что-то должна отпереть, что-то отворить. Даже не знаю. В сене ничего нету. Деревяшки перевернуты обе были. Так. Понятно. Здесь. Так. Ой, даже не знаю, что мне здесь. Так, что еще можно тут открыть, взломать? Блин, блинский. Что, что, что? Вот здесь вот почему ничего не оказалось? А, почему ничего не оказалось? Еще как оказалось? Еще как оказалось? Да. Блин, блин, я думал, ни хрена там ничего не оказалось. Будьте любезны. Битте. Майн фройленд. Вот давай. Ось. Давай, вот собака, у тебя что хорошего, это только собака, да, действительно, прекрасную собаку взял себе в сторожа. Только ты на нее орешь, это не есть хорошо.
что ты сделаешь? Что? И сразу туда. Почему ты туда не идешь? Ну? А? Так, погоди-ка. Что-то вот что тебе, по идее, так. От меня надо? Что? Ни богат, ничего. А ты, блин, ходишь здесь. Давай. Ну, блин, блинский. Уходи, уходи. Давай. Зашли. Так, и что мы здесь ищем? Да, стой ты. И ручка есть. И хрен его знает что. Тазик, стул. Нет, ящичек. В ящичке ничего нет. Так, пароль мы уже знаем. Пойдем. Так. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевку целый час. Как вдруг стянулись тучи. В небе погас огонь костра. Из-за дождя исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Остался грустный взгляд, остался, и звезды остались. Так. Все. Закрылся. Так, штопор. Куда мы штопор? Где-то должна быть бочка. Вот она, бочка. А там ручка была. Так, закрываем. Ой, закрываем, выключаем. Будьте любезны. Давай, 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 давай. Надо ведро. Подожди. А если не ведро, то что? Что надо туда отправить? Да, закрой это. Не идет. Так. Давай еще раз посмотрим. Может, здесь что-то упустил. Может, где-то что-то лежит. Так. Кстати, да. Ну-ка, минутку. Я же кое-что вспомнил. У меня же там была... Крупкая ваза, может, если у меня нет молотка, может, я топором ее смогу разбить. Так. Давай, 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 давай. Только где она? Я уж забыл, блин. Вот она. Давай. Ой. Какого черта открываешь? Может, под ней есть для крутины? Серьезные причины. На собаку ты наговариваешь. Она, кстати, честно свой хлеб отрабатывает. От того, что ты дятел, собака не виновата. Ну как дятел, причем и так дятел, с клювом таким.
А тебе без разницы, куда идти, что ли? А? Куда ты пошел? Что тебе здесь надо? А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну, слава богу. Ты вообще как запоминаешь, где что было, что как было там? Дебил сраный. Как с тобой вообще бороться? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Так. Давай, что мы там поймаем? Давай. Ключ. От чего? А у нас от чего еще ключ? Чем еще не открыли ключом? Чемодан. Да ешь твою мать-то, вот так. Чемодан не открыли. Давай. Все, вроде как все. Подожди. Мотор лифта. Теперь мне надо раздразнить собаку. Моя нога! Шум! Давай. Вроде все правильно сделал. Запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Давай, давай. Решил поиграть в прятки. Давай. Ой. Ага! Попался! Да пошел ты нахрен! Итак, блин. Заново пришлось пройти этот квест нахрен. Слава богу, я уже знаю, чё почём хоккей с мячом. Осталось только дождаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Давай! Решил поиграть в прятки! Давай. Ну давай, закрывай. Вот так. Ну-ка, давай, потихонечку, мы уходим. Мы ушли. Итак, это была третья миссия. Ссылка на эти квесты. Кстати, предметы меняются местами, поэтому ссылка на квесты в описании. Так что играйте, проходите. Будем ждать. Попался! Будем ждать четвертую часть. Потому что, кстати, здесь тоже можно спасти тоже человека, но в данный момент, пока я прохожу, это у нас какое число? 20 октября. Оно еще в разработке пока. Поэтому проходите, играйте и подписывайтесь на мой канал. Пока!